Здравствуйте, мы в домике. Сегодня мы в нашей программе подводим итоги. Как же получился ремонт в спальне? Ну, сначала расскажем про то, что такое стейджинг. Слово пока не очень популярное, не всем знакомое – стейджинг. Но на самом деле все просто. Хоум-стейджинг помогает создать благоприятное впечатление от квартиры или дома, особенно если жилье готовится к продаже или к аренде. А если вы собираетесь обновить интерьер и представить, как те или иные предметы будут выглядеть в вашем домике, примерка – тоже выход. Ведь в магазине или антикварной лавке вещи на полках смотрятся по-другому. И люди, когда приходят, они теряются, они не могут понять, как та или иная вещь будет вписываться в их интерьер. И поэтому Андрей с этим заказчиком приходит в магазин, выбирает те или иные вещи, которые могли бы вписаться в интерьер этих людей, и мы все там расставляем. В этой квартире люди заходят, у них обморок от такой красоты, и сразу человек понимает, что та или иная вещь, как ему подходит, и как она будет смотреться в его интерьере. То, что не подходит, мы забираем назад, и все счастливы. Дуэт наших экспертов Андрей Кричевский и Маргарита Чернова взялись за задачу сделать в обновленной спальне красиво. В этом им и стены помогают. Дают зеленый свет экспериментам с пространством. А благородный зеленый цвет появился благодаря гардинам, которые отыскала Маргарита Чернова. Когда ты их увидела, и у вас случилась любовь с первого взгляда с ними, и поменялась вся концепция полностью. Вот эти появились темно-зеленые стены. А я вообще люблю яркие краски, темные. Это ошибочно, что небольшие пространства нельзя красить стены. Вот в темный цвет, то, что это все ломает, уменьшает. Нет, совершенно потрясающе все выглядит. И вот как все сложилось. Это в математике. От перестановки слагаемых сумма не меняется. В декоре все работает по-другому. Переставлять предметы можно и даже нужно. Главное – подойти к интерьеру творчески и умело расставить акценты. А то, что мебель придется несколько раз передвинуть или переставить фигурки и статуэтки, сложить тетрис из книг в камине – нет, разжигать мы его не будем, он декоративный, как и прием – все это небольшая цена за хороший результат. Совсем маленький бюджет может быть и у переделок, если на уже привычные вещи посмотреть с другого ракурса. Изюминкой может стать и вовсе утилитарный предмет из массовки. Андрей Кричевский, буквально не отрываясь от перестановок, обновил комод. Потребовалось покрасить фасад одного из ящиков в цвет стен, дождаться, когда краска высохнет, пройтись легкими касаниями губки с позолотой и заменить ручки. Старенький, уставший такой, уже пенсионного возраста комодик. И я его помню еще с первого дня посещения. Когда я тебя сегодня спросил, а у тебя он будет? Будет. А краска осталась? Осталась. Сразу же пришло решение, что надо его сюда вписать окончательно, чтобы он стал не старым комодом, а антикварным комодом. Мы его добавили зеленого цвета, который присутствует на этих стенах, и поставили винтажные ручки. На время съемок или фотосессий дизайнеры часто берут предметы мебели или декора в аренду. Это мировая практика, ведь одно из значений стейджинга – инсценировка. Несколько акцентов мы тоже добавили. Угадайте, у кого на снимках временная прописка? А вот что точно здесь пропишется – это ощущение настоящего дома. Ведь с прошлого года, когда мы задумали программу, мы все стали больше времени проводить в своих стенах. Раньше у нас как была работа дом, это вечером, как правило, обычно немножко выходные дни. А теперь мы очень много времени проводили в доме, и поэтому комфорт, уют этого жилища, для того, чтобы тебе было комфортно даже в тех условиях, когда ты много времени проводишь дома, это он стоит сейчас на первом месте. И поэтому я всем желаю уютных, комфортных домов, чтобы вам дома всегда всем было хорошо, тепло и уютно. Присоединяемся и мы. Только спасибо нашим экспертам скажем большое. А в следующей программе подведем итоги проекта. До скорой встречи, и мы в домике. Готовы? Да, убирай руку. Есть этот способ, чтобы... Хорошо.